Привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в Digimon карточную игру. Да, я думаю, вы соскучились по ней, так что погнали. Также, кто не помнит, я всегда говорю по серии. А кто хочет длинной серии, пишите в комментарии. Еще хочу сказать, если вам не нравится эта заставка, то пишите это в комментарии, чтобы я пропускал заставки эти. Точнее, эту заставку. Но сама она мне нравится. Как вы помните, мы давно уже не играли, потому что мой телефон, центральная кнопка моего телефона не работала. А сейчас-то работает. Вот. Давно не играл, немного подзабыл. Окей. Так, слейки яйцо. Вперед. О да, я обожаю этого чувачка. Так. Так. Смотрю. Что смотришь? Ну, смотрю, что могу сделать. И вообще, я уже не помню, что я собираюсь сделать сейчас. Так, танкист. Я его хочу эволюционировать. Стоп. Это случайно не тот танкист. Блин, я вспомнил. Я чем-то другим тут занимался тогда. Просто у меня на iPad есть такая же игра, вот. И я в ней очень далеко продвинулся, и у меня уже много всего там открыто, много планов сделано. Если вы не возражаете, я могу вам это на моем iPad. Мы не возражаем. Ну, хотя у него мало зарядки. Поэтому поиграем немножко здесь. Ага. Я там далеко ушел на уровнях. Давай немножко здесь что-нибудь поиграем, а следующую серию сделаем на iPad тогда, хорошо? Сейчас поставлю пока что в самых моих сильных. Ну ладно, так пока что. Не нравится мне, когда тут травяные дни. Вот, идем в бой. Вы помните, надеюсь, тут правила, если вы постоянно, если вы смотрите еще. Так. Все, не. Огонь. Ой, яичко. Отлично. Если честно, если вы хотите знать, у меня нет чего в голове говорить. Ну, просто можно рассказать. Ты говоришь, что ты помнишь правила. Если кто-то первый раз смотрит, какие правила? Нужно выбирать три одинаковые карты или что? Можно три одинаковые карты, это очень хорошо. А вот если собрать не все одинаковые карты, то тогда придется вам самому это делать. Что это? Собирать карты. А где их собирать? Ну, вот на этой панельке. А, когда не есть три, они сами туда летят? Ну да, вы это видели. Да, то есть они сами собираются и вперед. Да, так же вы помните, если два раза нажать, то бац! Появляется дополнительно? Да. Мы прошли. Виктория, победа. Все, заканчиваем. Я хочу вам еще кое-что показать. Как у меня вылупляется яйцо и еще пару штук. Также я разобрался, как эволюционировать.
Давайте вам покажу. Но для этого займет много времени. Ладно, я сделаю один обзор на эволюции здесь. Да. Это будет следующая серия. Окей. А сейчас? А сейчас мы пока что подождем. Вот. Я как раз вам покажу, кого я хочу эволюционировать. Ой, это здесь? Нет, это не здесь. Это не здесь. Оно должно быть здесь. Да, вот. Я хочу эволюционировать этих троих. Вот, я знаю, как это сделать. Нужно, видите, мне тут они качаются. Если они дойдут до последнего уровня, тогда еще нужно, ну, например, ну я хочу эволюционировать моего агумона в греймона. Вот для этого мне понадобится, чтобы он был своего максимального левела 10-го. Вот. Как это сделать? Вот, он будет качаться до 10-го. Вот, и для этого мне понравится огненный, который 5 левела ему нужно, чтобы поставить его сюда. И мне еще нужен один дигимон, который он это водный, и он должен быть 2-м левелом. Okay. Вот, и для этого он займет не очень много времени. Но он должен качаться до 10-го. Это займет очень много времени. Вот я пока что поставлю одного огненного. Тут это, ну, становится тут моего самого бесполезного. Ну, сначала я поставлю моего агумона, чтобы он качался. Вот вместо этого я поставлю моего бесполезного огненного. Где ты? Где он? Ладно, поставлю этого. Вот, и здесь я поставлю одного моего бесполезного водного. Тебя, Кубик. Почему они бесполезные? Потому что есть некоторые слабые, есть некоторые сильные. Слабые и бесполезные? Вот, сейчас заглянем сюда. Золото. И получается, он нужен для прокачки слабые? Не, слабые... И мы можем их взять, знаешь, для чего? Для чего? Для того, чтобы мы смогли... Ну, чтобы их можно либо продать просто, либо мы можем их использовать на эволюции. Окей. То есть они помогают другим эволюционировать на большие левелы? Ну да. Ну, они станут опять 1-м левелом, но для этого нужно, ну, чтобы они эволюционировали, нужно опять, чтобы они стали максимальным левелом. Ну, сейчас я продам некоторые штуки, которые мне не вообще не нужны. Вот именно это попрощаемся. Все, я их продал, и это мы будем прощаться. Пока-пока. С вами был Виктор. Ставьте лайки, ставьте хорошие комментарии, подписывайтесь на канал, рассказывайте об этой игре друзьям. И все, пока. Ну и задавайте вопросы, да, в комментариях. Кто хочет длинные серии, пишите в комментарии. Если вы хотите короткие, пишите в комментарии все равно.